Лутать? Что еще делать? Лутика нам в виде сундучков не положили, но зато в виде мобов положили, поэтому сейчас будем мобов залутывать, которых поубивали. Многих вроде не долутал. Так, тут еще табличка была, павшая. А, ценная добыча бурава. Благодаря БР-1 ученые предприятия 3826 смогли обнаружить ранее неизвестные минералы, найденные роботом в Подуральском плато. В связи с недавним открытием в главном холле комплекса ВДНХ проходит конкурс для юных октябрят и пионеров на лучшие названия найденных ископаемых. Рассмотрите их повнимательнее, может, именно вы придумаете новое научное наименование. Ну, пойдемте придумывать. Так, красная... Серая гора, покрытая красной и оранжевой жижей. Ага. Что у нас есть оранжевая? Оранжевая... Короче, оранжевое солнце, красное Марс, солнце Марс. Название придумано. Следующий. Так, красный и синий. Мигалкин. Минерал Мигалкин. Ценная добыча бурава. А, блин, тут нормальная табличка была. Я какую-то хрень читал. Можно червяка поближе рассмотреть. Что-то мне кажется, ли замедляется как-то персонаж. Я прям еле иду. Мне аптечки, кстати, дали. Не успел обратить, когда. Так, просто серый камень покрыт синяшкой, да? Так и будет называться синяшка. Так, ты кто? Упал, тебя плохо видно. Ну, раз ты упал, значит, Упашкин. Так, ну это синяшкин, это мы уже видели. То же самое. И все, да? Ну, я всем название дал. А, разбирайте. О, ты кто? Так, что-то желтое, да? Похоже на янтарь. Блин, вообще, похоже, реально просто не янтарь. Мне кажется, в названии не нуждается. Так, давайте почитаем, что нам предлагают. Будьте бдительны. 1 июня 55-го. Руководитель музейного выставочного комплекса Ельзарова. А, терминал зала Бурав. Экскурсовод. Важно. Необходимо помнить, что Бурав не поставляется за рубеж, в отличие от остальной продукции предприятия. Однако на этом не стоит делать акцент, и вообще лучше избегать подобных тем. В связи с этим необходимо внимательно и строго следить за посетителями и не допускать близкого и долгого изучения аппарата. Фотографировать также запрещено. При посещении иностранной делегации необходимо развлечь их игрой, показать слайды, завершенных с помощью бурава. Проектов. С помощью бурава проектов. Но как можно меньше давать им времени на непосредственное изучение аппарата. На детальные вопросы технологического характера прямых ответов не давать. Памятка сотрудника. 1 июня 55-го. То же самое. Экскурсовод, помни. Бурав – настоящая жемчужина советской промышленности и особая гордость предприятия. При рассказе о нем не забывайте об упоминании следующих фактов. Установка позволяет экономить около 10 тысяч человеко-часов в месяц. Стоимость одного крупного бурава равна стоимости космической ракеты. Технология производства аппарата столь сложна, что при допущении малейшего просчета весь механизм придет в негодность. А бурав может достигать глубины Марианской впадины в режиме непрерывной работы всего за 2 недели. Технология бурава вдохновлена проектом подземной лодки изобретателя Требелева. Требелева, наверное. А прототипы бурава под названием «Змей Горыныч» служили на войне в качестве боевых единиц, оставляющих мощные заряды взрывчатки под линию обороны противника. Малые версии буравов ласково называют строителями «буравчики». День и ночь трудится под нашими ногами, расширяя территорию предприятия. Насчет этого еще не уверена, может, не стоит сообщать посетителям, что территория под землей содержит какие-то помещения. Окей. Это просто здесь стоит, и каждый может подойти и прочитать, или только... А, наверное, не у всех есть доступ просто к этой штуке, да? У нас ко всему есть доступ. Так, ты кто? Кнопка. Красная. Был. Колоссальные буравы день и ночь вгрызаются в недра нашей страны, прокладывая тоннели, помогая в поиске ископаемых и изучая тайны природы. Эти устройства не имеют аналогов ни в одной стране мира.
По моим данным, эта экспозиция пользуется популярностью у детей всех возрастов. Что вы думаете о будущем советских детей в свете научного прогресса, майор? Им явно будет жить легче, чем нам. Больше возможностей. Как бы вся эта техника не сделала из них лентяев. В мое время за нас машины не работали. Ничего не думаю, первое. Им явно будет житься легче, чем нам. Больше возможностей. Интересно. А у вас есть дети? Нет. И жены-то нет. С такой-то работой. На земле не успеешь жениться. Ну, сам. Да. А на небе жены не найдешь. Так, ну это была, кстати, не кнопка по квесту. Вот эта кнопка по квесту. Или что, это рычаг? Тоже в колу? Это что, детская игрушка? Это логический ключ. Интересная забава. Для чего она? Судя по всему, для запуска некоего процесса. Змейка, блин. Блин, короче, какое-то супер медленное реагирование. А, нет. Ряемся. О, нормально. Ой. Ой. Вот этот процесс я только что запустил. Бегите! Куда? Ты что делаешь? Твою душу! Она сожрет и куда-нибудь повезет? Окей, хорошо. Не сожрал. Сычёныш железный напугал до нервных коликов. Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Угу. Право и есть. Пошли искать остальное. Я под... Она насквозь, походу, или нет? Не показалось. Интересно, эта штука открывается, у нее больше урона залетать должна, да? Кажется, он не должен нас попадать. Мы под крышей... А, блядь! Гали. Охрена ли вас тут так много? Да, блин, энергия, копись. Надо... Блядь, застрял. Надо это добить. Что, блин? Осторожно. Грызнул. Я умер. Ой, нет, нет, нет. За стеклом стоять, кстати, супер удобно, потому что я вижу сквозь все стены, так сказать. Это вроде раненый. Кто из вас раненый, блин? Я не хочу с рейлгана добивать. Что лутика не останется. Это, блин, из-за рейлгана хочется хп-бар резко, да, над врагами. Чтобы знать, ваншочу я их или нет. А где чел? Вон чел. Вот этот фулл хп вообще должен быть. Да, похоже на то. Ой, патронов! Я потратил патроны для этой штуки, ура! Наконец-то, блин. Не прошло и пол игры. Вовремя музыка заиграла. Видно, что она успела отключиться и заиграть заново. А, так. По-моему, тут еще и пропустили. А, здесь много мелких. Кстати, мне супер понравилось, что я мелких моментально шотнул. Мне, наверное, я хотел избавиться, на самом деле, от этой херни, которая поднимает воздух. Но учитывая, что она так быстро избавляется от мелких, я, наверное, ее ставлю. Так, сюда мы пришли. Руку мы, кстати, уже залутали. А,
перенаполнить наши запасы нам не дают пока что. Блин, я боюсь пропустить какой-нибудь этот чербетень. Они тоже супер маленькие, их супер плохо видно. И пропустить их супер легко. А почему шеф изъял из употребления настоящие бета-коннекторы? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле возможно? Академик Сеченов хотел равенства для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Просто должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Может. Чел встал? Серьезно? Блин, не нажал. Да не, блин, слышь. Нет, с этим чуваком неохота связываться. А, сквозь стены-то охренел? Серьезно? Чё ты вылупился? Там чел застрял, которого я дамажил. Да, со спины боюсь, то, что могут зайти. Не зря боюсь. У нас кассетника нет же с собой? Там. А, их тут двое. Добили? Вроде добили. Блин, резко много врагов дали, давай, да? Только я своих пушечек и балансов избавился. Блин, я рейлганом из этого гада промазал. Под щитом, кстати, можно из рейлгана, наверное, стрелять, да? Блин, чел застрял? Но я не виноват, он же сам застрял. Да мне интересно, вернёт. Блин, короче, я не знаю, чуваки очень бесят тем, что застреют. Да блин, пройти здесь ещё тяжело. Да что меня дамажит? Что, блядь? Номер? А, кого, блин? Они ещё, блин, сквозь стены их бесит то, что хреначит. Что их много, а кто меня сохранит? Блин, и шкаф не дают. То есть в момент, когда я... Это было близко. А, блин. Ладно. Вас что убивать? Браво ей. Пошли искать остальных. Ты закрылся-то. Полученное достижение тройное проникновение. Рейх убил? Я троих уже не первый раз убиваю. Давай, чел, иди сюда. Блин, иди. А, тут летающие точно. Летающие не хотите объединиться поближе друг к другу? Ты выжил? Хочет умирать, а? Ну, без МБ тяжеловато, да, тяжеловато. Соглашусь. Блин, я не знал, как стрельнуть. Мне, по-моему, ни в одно не попал, да, из-за этого? А чёрт. Жив до сих пор? А вот он. Да, у него там лоу хп было. Ну, без имбы тяжело, но хотя бы интересно. Что-то я лута как-то
Я убил чела в комнату, в которую не могу попасть. И лут остался за стеной. Здорово, здорово. Крас, а почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. В смысле, возможно? Академик Сеченов хотел равенства для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа-коннектор существовал с самого начала. Ну, может, Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Должен же кто-то запустить коллектив в самом начале. Нет, только не от падения. Блин, я, короче, там из-за чего-то щит не нажался. Блин, упал. А, нет. Чё наш железный напугал до нервных коликов? Это было близко. Так, ладно, рука у меня. Право и... Пошли искать остальных. Это был с рейлган начинает. Я сейчас буду всех шотать, возможно. А, тут второй раз эти чуваки выходят. Осторожно! Китай, да? Сломал эти? Где чувак? Вот он, вот да? Вон. Делали что с ним? Танк прыгнул. What? What? Чел, тебе нормально там вообще? Чел, который только милишка играет. Вы что в таких ситуациях делаете? А ты чё встал? Не понял, блин. Ну, я думаю, то же самое, что... Ну нет, с летающими, в принципе, летающие иногда опускаются. В принципе, до них можно допрыгнуть. До этого хрен допрыгнешь. Он так и будет, я думаю, там стоять до конца и отстреливаться. Ну там еще чел. Уже поинтереснее пошло. То есть до этого у меня была прям скукотища, а не геймплей. Здесь хоть что-то происходит. Крас, а почему шеф изъял из употребления настоящий бета-коннектор? Их изготовили с ошибкой? Не совсем. Дело в том, что изначально мы, то есть академик Сеченов, не был уверен в том, что особые полномочия внутри коллектива вообще нужны. Шеф хотел всеобщего равенства, но его разочаровали козни молота. Возможно, вы правы, товарищ майор. Сайд! В смысле возможно? Академик Сеченов хотел равенство для всех, это безусловно. Но необходимо учитывать, что альфа... У него хп, блядь, два рейлгана у него садило. А можно попасть? Дмитрий Сергеевич не планировал наделять свой альфа-коннектор особыми полномочиями. Просто должен же кто-то... Второй где-то такой человек. Может. Отходим. Затефался. Где-то четвертый... Ой, второй черный ходит. Вон он. Он вроде ФК. Им бы попасть неплохо. Эх, он сагрелся, жалко. Но его надо убивать, потому что теперь чел из щитов, блин, бегнулся. Там просто когда спамят. Ну
там тебя дела, искришь? Эти пришел, серьезно? Я вообще тут все время не дам. Так, я боюсь в этот проход идти. Так, у меня рельсотрон есть, но я боюсь ресурсы терять. Вот поэтому можно поразряжать, потому что он свой хп должен быть. Они рейнджовые, тяжело следить за их рейнджой, когда они стреляют, когда нет. А, блин, я поднимаю тебя, где ты? А, черт, блин, что там происходит, я не вижу. А где он, блин? Он умер? Это он? Я здесь тоже умер. Интересно, рельса бьет сквозь щит. Я его не уничтожил, да, его? Да, блядь, здесь вот эта хуйня бесит, пиздец, мне нельзя запрыгнуть нормально. Наш свечный застрет, у меня еще кто-то есть. Мне на пистолете патроны снова кончились. Да где я? Музыка, отвали. Нет никого. Вот этот, может, считается выключен. Больше не считается. Окей, музыка прекратилась. А, пойдемте лутаться. А, щербетень, блин, пропустил. Капец. Дин, слушай, ничего не переживай. Я вот даже рада, что теперь Терешкова вместо нас экскурсоводов работать будут. Зарплату нам сохраняют, в отпуск отправляют. Вот и ладно. Я вон хоть с мужем в Ялту съезжу к родственникам. Устала. Посетителей все больше с каждым днем. Приезжают аж из Москвы. Взрослые вопросы задают не в попад. А дети... Дети так вообще с ума сходят, увидев такую технику. Вчера два мальчика чуть в полимерного кита не упали, представляешь? Ой, в него вообще много чего попадает. Уборщик наш, Евгений Евстигнеевич, говорит, в этом ките чего только не найдешь. Ну, про кита мы уже, да, слышали, что с него все кидают. А, так, меня хотя бы здесь сохранят. Мне, кстати, аптечки... Да, мне аптечки надавали, но хотя бы аптечки дают. Так, правая рука есть. Правая рука есть. Блин, дайте перезарядиться, так сказать. Я, в момент, когда я взял пушечку, которая тратит патроны, мне перестали давать шкафчики с патронами, да? Так, они оба, блин, они оба, в общем-то, на высоких этажах. А, нет, все правильно. Мы были на первом, на втором, и это третий, по идее. Нет, штука... А, что не работает-то, блин? Это не с первого раза нажимается, не понимаю почему. А, нет, сука. Да отвалить от меня. Стоять. И пофиг, понял. Цикл сканирования. Модуль, конечность, рука левая. Обнаружен. Местонахождение. Этаж Павлов. Давай точнее, а? Фу, это ужасно! И что это значит? Простите, дорогой товарищ! Это все данные, которые мне доступны! Надеюсь, я вам помогла! Угу, очень. Красный пример просто дамажит, не? Или он еще что-то делает? Майор, оружие или... А, склад? Вот тут у нас. У нас на дробовик, в принципе, патронов нормальным. Так, средних аптечек нам решили надавать, да? Делаем вот так вот. Делаем вот так вот.
На калашке у нас много патронов. Но, наверное, нет. Мы берем... Раз, два. Эти штуки у нас кончаются, но это хорошо. Мы как бы целенаправленно их кончаем. Это хрень. Надо будет скрафтить эту хрень, попробовать, что это вообще такое. Эти штуки. Так, продолжаем тратить маленькие аптечки. Можно еще взять аптечку, либо еще что-нибудь полезное взять, да? О, кассетник, у нас же кассетник на дробовике закончился. А, ну он тут и был, в принципе. Его слот, как бы. Так, да, лучше что-нибудь хотим. А, пистолет мы стреляем с него? Да, стреляем. С вот этой штуки. Сильно мы не юзаем, там только сильный остался. Дробовик, ну-ка, дробовик, сюда. А что, дробовик не качанный? Погодите. Уменьшает отдачу. Ну, давайте, ресурсов много. Еще раз уменьшает отдачу? Ну, нет. Что-то столько отдачи мне уменьшать не надо. И тут уменьшает отдачу. What? Вот, урон. Уменьшает отдачу. Что прям очень хочется на дробовике. Снимаю улучшение, получает назад ресурсы. А что я снимаю? А, у меня вот эта штука стоит. А какой там базовый уровень? Увеличивает урон роботом, увеличивает урон, увеличивает скорострельность. Скорострельность, точность, урон. Мне бы фул урон, если честно. А здесь что предлагает? Урон, отдачу, скорострельность, урон. Увеличивает скорость прицеливания, увеличивает точность. Не, наверное, по верхнему тогда пойдем. Верхним мне больше нравится. Так, так. Блин, на фул качал даже. Мог бы и раньше это сделать. Уменьшает затраты кассетника. Он, кстати, да, кассетник тоже давайте качаем. Увеличивает Ага, шарики кончились. Магазин. Магазина у нас нет. Прицельного механизма у нас тоже нет. Окей, дробовик, оказывается, был некачанный. Даже не знал про это. Ну, урона дробовика прям куча. Блин, жалко то, что рейлган на эти ресурсы наши жрет. А, погодите, у меня хп не фулл. Хотя одну птичку наберем. И вернем. Блин, средняя здесь. Мышь. Я, кстати, наверное, еще могу способности покачать. 293, да? Давайте я, наверное, хочу персонажа немного подбафить. Здесь у нас что? Мы сюда куда-то шли? Вы можете применять лечебно-медицинскую капсулу одной рукой. Так, зачем? Типа я могу одновременно бить и хилиться? Ну, блин, такое себе. Мне кажется, когда я хочу хилиться, я не хочу убить. Последовательная модернизация укрепляет ваше здоровье, повышая его максимальное значение. Не, мне, наверное, нужно не максимальное значение, мне сейчас нужен какой-нибудь... другой, емкость кассетников, РДН? Что такое РДН? Блин, я так понимаю, кассетник РДН называют или что? Рюкзак десантный... А, рюкзак десант... А-а-а! Погодите. Больше слотов в рюкзаке. Это одинаково, по-моему. Да, это одно и то же. Больше слотов. Интересно, насколько? А надо ли мне больше, чтобы патронов больше таскать и больше аптечек? Пока не уверен, каждый уважающийся майор должен уметь пробежать марафон.